И всем здорово, ребят, с вами я Крейзи. Все, что вы видели на моем интро, вы увидите ссылочки в описании. Новый промокод Roblox. Я его тут веду. Roblox TikTok. По-английски это промокод. Ссылочка промокода я оставлю в описании. Я, как видите, на своем основном аккаунте очистил френд. Теперь 24 там. Некоторых я оставил, попозже тоже буду удалять. Вот. И я скоро буду принимать друзей. Но сегодня я вам хочу сказать, я недавно подавал заявку на одном из сайтов, как стать админом в Роблоксе. Ну, сейчас я вам покажу этот сайт. Одну минуту, пожалуйста. Сайт называется вот так вот. corp.roblox.com careers. Я зашел на этот сайт, даже вам могу показать. Опять копирую, захожу в вкладки, новые вкладки, вставляю и слэш. И у меня грузится. Ждем загрузки. Я вам досконально сейчас все объясню. Я подал заявку в Roblox, свой сайт, сколько я играю в Roblox. Я 6 лет, по-моему, уже играю в Roblox. Очень долго. Да. Вот. Journal. Я на вакансию на админа подался. Я не собираюсь сейчас опять подавать вакансию. Соединиться к нам. Я выбрала все тут. Потом админ. Всю локацию. И где тут? Короче, закончилась та вакансия, которую я выбрал. Но я в ней работаю. Мне пришла смс на мой почту там. Я не собираюсь показывать там, потому что видите, моя почта и пароль. Не знаю, как пароль брать, но. И мне показали сайт. Ну, Boulderman мне написал в Роблоксе в личку. Название сайта, где я могу этот, ну я же админством подался. Вот. Он мне написал там сайт, название. Я не хочу сейчас показывать этот сайт, но я не смогу это обрезать, но я вам показываю. Меня приняли в администрацию Roblox. Вот. Вот этот, короче, сайт. Я могу тут все изменять. Досконально могу все тут изменять. Тут есть старые вещи. Могу сделать маленький. Большой, маленький. Все, тут даже есть вот такие штуки. Три полоски. Я этот код доступа изменил так. Ну, я изменю код доступа после этого видео. Так. Чтобы вы не могли, когда посторонние люди без бейджика не смогут еще тут изменить. Вы просто можете зайти и посмотреть. Я не хочу, чтобы вы взламывали, а то из-за этого меня могут понизить или вообще выгнать из компании Roblox. Вот так, вот так ставим, это отключаем. Тут вещи, вот эти вещи еще не выложили. Могу добавить вещи, и это все досконально, видите, очень большая игровая, ну это игра. Вот код игры, я могу просто досконально удалить код, но мне сказали. Очень опять. Вот еще одни игры. Работа в пиццерии. Бета-версия, это бета-версия новой игры. Но не вместо Роблокса. Рекламная, это реклама. Вот коды игры. Вот еще игры. Вы не понимаете, как я рад. Ребят, я стал частью компании Roblox. Тут есть вещи, которые не выложились еще.
Так, авиаторами ведьмы на свободны. Снято с продажи. Вот, снято даже. Тут видно даже вещи, которые сняли давно, давно с продажи. Так. Так, снято. И сейчас самое главное. Я быстро листаю, чтобы вы не успели этот прочитать. Тут аватар. О, тут пароли уже начали появляться. Короче, тут есть пароли, где сверху, там, где я быстро листал. Там есть пароли игроков и логины. Ну, короче, я часть компании Robux теперь. Давайте самый низ немножко пролистаем. Вот. Вы тут ничего не понимаете, потому что это даже перевести нельзя. Я могу изменить так, что лица, вместо этого отдела лица появлялись шляпки. Так, где же? Стоп. Видео. Вот. Вы видите, это вы можете просто изменить свой. Например, у меня в Роблоксе вот это. Вы берете, например, я хочу зеленый. Копируем, заходим сюда. Слэш. Ставить. Ну, даже вот так работать. А, нет, ты заходишь в настройки. Моя синтекс. Короче, я зайду в настройки, вы там лично не должны видеть. Я понял, это невозможно сделать, изменить. И, ребят, я вас предупреждаю, появился новый ивент, ну, старый ивент. Чудо-девочка, по-моему, вот. Это ивент. Я в Эрби Баттл еще проходил, и Реди Плеер 2 тоже проходил. Короче, ребят, играть проходите. И, как вы запомнили, блин, что не так-то? Ханы. Вот. Получаете вот такую штуку. Панду. Так. Ну, короче. Ну, короче, вы, когда будете тут, вы сами можете разобраться. Я тут плохо разбираюсь в этом сайте, пока я же новенький. Ребята, но я так рад. Я даже сейчас заплачу. Ой, опять! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я, ну, я не овнер, конечно, я просто админ. Но я, мне еще пришла смс по почте от Будимена, что я на проверочном сроке. И мне нужно писать докладную. А что такое докладная, я не знаю. Алёш, я не шизик, мне 20 лет. Блин, доступ закрыт к этим. Вот в этим же вещам нет доступа. Версия аватара, жанр создатель. Жанр 3 избрания. Я пока просто в YouTube захожу. И листаю. Ну, на этом, ребята, всем пока-пока. С вами был я, Крейзи. Пока.